Всем привет, и только разработчики обрадовали нас новостями по ETS 2 и ETS, как сегодня вечером они выпускают новую статью в своем блоге. Ну и уже как обычно, эта статья посвящена DLC «Сердце России» и лесной промышленности. ECS пишет, что на леса России приходится более 1/5 части всех мировых лесов, поэтому неудивительно, что лесная промышленность так развита в России. В России как нигде растет большое количество берез, поэтому ECS уделили этому внимание, и на скриншотах вы можете видеть многочисленные березовые рощи, которые ECS сделали довольно-таки атмосферно. Многие дороги в России идут прямо через леса, и я считаю, что разработчикам удалось передать эту атмосферу. С практической точки зрения, еще одним важным типом деревьев в России является сосна. Ее древесина отлично подходит для строительства и для изготовления различных изделий. Ну и сейчас мы переходим к самому интересному. В новом DLC «Сердце России» мы сможем поприсутствовать на лесопилках, и как вы сейчас видите на скриншотах, можно будет на лесовозе прямо заехать на загрузку, загрузиться бревнами и отвезти в какое-то место. Причем мы видим, что ECS довольно-таки серьезно заморочились, чтобы сделать эти лесозаготовительные пункты, где вырубают лес. Сделано все очень классно. Возможно, кстати, в ETS 2 также появится, как и в ETS, какое-то DLC, связанное с лесозаготовкой, например, Forest Machinery, который есть в Америке. Там мы можем перевозить специальную технику для лесозаготовки. Было бы интересно это увидеть и в ETS. На двух последних скриншотах мы видим предприятие, которое специализируется на изготовлении палет, ну или по-простому поддонов. Очень хорошо, что ECS сделали акцент на лесоперерабатывающую промышленность в России, потому что она, естественно, очень развита, как мы уже сегодня говорили, и сделано все очень классно. Как по мне, в ETS это будет впервые, когда мы на DLC сможем побывать на настоящей лесопилке, плюс на которую, естественно, ведет какая-то грунтовая лесная или проселочная дорога. Ну, еще хотелось бы отметить, что на многих скриншотах мы видим какие-то съезды в какие-то леса или поля, и если они не будут закрыты, и мы сможем куда-то съезжать, то это, конечно, будет очень круто. На сегодня все. Такой вот небольшой выпуск по ETS 2 «Сердце России». Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.